Всем привет, вы на канале Гараж 28. Сегодня распаковочка всего одной посылки, и мы ее проводим дома. Итак, по сути, распаковка даже не нужна, потому что здесь никаких повреждений быть не может, никаких поломок тоже быть не может. Здесь лежит ткань зеленого цвета, так называемый хромакей. Размер ее 2 метра на 1,6 метра. Заказывал 11 января этого года, получил 12 февраля, то есть шла месяц и один день. Стоимость такого размера 2 метра на 1,60 метра 630 рублей. Итак, вскрываем. Резать само собой не буду, потому что сразу поврежу материал. Само собой, на столе я ее развернуть не смогу, поэтому так, найдем край, посмотрим. Довольно тонкая, довольно прозрачная. Вот на фоне монитора видно, что она прозрачная, да? Очень похожа, кстати, знаете на что? В свое время, лет 5 назад, я с мамой покупал укрывной материал для огорода, черного цвета такой. Ну, черный цвет именно для того, чтобы солнце его нагревало, и внутри все это под температурой действовало. Не могу правильные слова подобрать. А, в общем, вот такой простенький материальчик. Надеюсь, не особо марки. Но я его, быстрее всего, буду использовать именно дома, потому что хотел повешать сзади себя, чтобы транслироваться на веб-камеру, и у меня был прозрачный фон в играх. Я уже так делал, кто давно на канале и подписан на лайв-канал, видел мои игровые стримы, игровые, то есть не особо там как-то у меня все развито, все так пока что заброшено, но я планирую все-таки собраться как-то силами и продолжить все это дело. Вообще, многие скажут, на суть сегодняшней распаковки, зачем распаковывать было материал, который и так не поврежден, и рассказывать о куске ткани. Но я хочу именно в сегодняшнем видео немножко еще, если получится, поэкспериментировать с хромакеем. Также у меня сейчас открыто на компьютере лот, именно тот, который я заказывал, вот размер 2 метра на 1,60 метра, зеленый. Сейчас он стоит не 630, а 652 рубля. Но если вы будете заказывать с кэшбэком, то там процентов 3-5 приблизительно еще скинется с цены. Также у продавца доступны белый фон, синий фон, зеленый, соответственно, черный и серый. Я на стримах использовал синий фон сзади себя. Мне друган Илюха принес тент от «Газели», клеенку, которую обычно закрывают кузова на «Газелях». Я долго бился со светом, потому что она немножко бликовала и такая местами в тень, наоборот, уходила. Но даже такой колхозный хромакей, в принципе, работал. Но я думаю, что с зеленым фоном будет все намного лучше. Опять же, он не бликует, он матовый. Размеры есть от 50 см на 160, потом 1 на 1,60 м, 3 на 1,60 м и 4 на 1,60 м. Это почти целую стену можно будет завесить. Забыл зафиксировать штатив, снимал с рук. Также полезная вещь, само собой, это AliTools. Вот здесь можно отследить цену. Вот видно, что еще в ноябре он стоил всего $3, а потом цена взлетела до $5 почти. И так и держится. Но $5, это, по-моему, в районе 300 рублей. Получается, наверное, самый дешевый лот, да? Да, вот 325 рублей. График тот же самый остается. То есть, если бы я его заказал в прошлый год, я бы почти в 2 раза сэкономил. Благодаря этому расширению очень легко следить за продавцом. Вот, опять же, средний рейтинг, ненадежный продавец, но тем не менее заказ он выполнил, все без проблем. И срок доставки всего месяц, что в нынешних реалиях, кстати, довольно неплохо, учитывая обстановку в Китае. Кстати, насчет обстановки в Китае. У меня очень много заказов повисло. Не то, что болтаются где-то в доставке, это само собой наша почта подводит, но также у меня очень много заказов повисло именно на стадии комплектования. То есть сейчас, помимо того, что у них там замары с коронавирусом этим идут, сегодня 15 февраля, то есть у них все еще идет Новый год, по-моему, до 18 числа, да? И большинство магазинов просто не работает. Само собой, эта распаковочка выйдет позднее, не сегодня, не 15 февраля, ближе, наверное, через недельку. Итак, давайте попробуем, поэкспериментируем. Кстати, кто не понимает, приблизительно размер 2 на 1,6. Это размер как раз двухспальной кровати. Давайте попробуем поработать с эффектами. Так выглядит гитара просто на хромакее. А так выглядит гитара с вырезанным зеленым фоном. Вот так выглядит живой объект, то есть бублик на зеленом фоне. Кстати, насчет главного инженера. Сегодня, именно сегодня он уезжает в новую семью. И больше он у меня на канале, наверное, не будет появляться. Это связано с такими, с личными переменами в жизни.
Парень очень грустный. Попробуем вот так с игрушками сняться. Первое, что попало под руку. Такой вот получается за 600 рублей размер хромакея. Полностью покрывает двухспальную кровать. А так как хромакей лежит на кровати, сразу начинаются разные непонятные мысли в голове. Oh my. Итак, сейчас то, что вы видите на экране, это программа Streamlabs OBS, но я пишу и не стримлю сейчас через нее. Я сейчас делаю видеозахват всего, включая программу Streamlabs OBS, через программу NVIDIA Experience. Поэтому вы видите все разные вот эти мои настройки Streamlabs OBS. Итак, как вы видите, сзади у меня этот хромакей натянут 2 метра на 1,60 м. И здесь я тут поразбирался немножко. У меня включен фильтр хромакея, то есть он ориентируется на зеленый свет. И немножко еще коррекция света сделана, чтобы меня было лучше видно. А с микрофоном так и не удосужился поразбираться. А вот что удобно, полностью прозрачный фон у меня получается на веб-камере, то есть вот на этом месте. Давайте включим фон, то есть это обычный фон, который у меня в стримлапсе используется. Можно также, как я на новогодних стримах делал, сделать вот так праздничный салют типа. Соответственно, размер с веб-камеры изображения я могу регулировать абсолютно по-разному. То есть, ну, на стримах обычно вот так, ну, если там что-то диалоговое, чуть покрупнее делаю. Далее, за счет прозрачного фона, соответственно, можно на любую обоину наложить изображение с веб-камеры, и все, что видит веб-камера, включая хромакей, делается все прозрачно, кроме меня самого. Тут вот мишки в лесу, так скажем, бла-бла-бла, опять же, размер самой веб-камеры, изображение можно сделать побольше, можно поменьше. Так, мишек отключим, что тут у нас? Карл. Карл, хромакей, Карл. Отключаем Карла, нафиг он нам не сдался. Вот именно для этих целей я и заказывал хромакей, этот зеленый фон. Также у меня тут немножко сделаны настройки для донатов, которых вот он, единственный донат за всю историю канала был от Артема Иванова, за что тебе, Артем, огромное спасибо за 50 рублей. Начало положено, но как-то я больше не стримлю, опять же напомню, мне сейчас немножко не до этого, у меня нету времени и нет возможности, как раньше, зависать и в неделю по 2-3 видоса бомбить. Потому что я обычно раньше приходил в гараж и за 2 дня или стримами все забивал, или снимал сразу 2-3 ролика и на всю неделю успокаивался, в течение недели их монтировал и потом постепенно выкладывал. Плюс у меня всегда в запасе было с полдесятка еще видеороликов. Теперь так не будет, к сожалению. Может быть и не к сожалению, возможно что-то изменится на канале. Так, сделаем вот так, сделаем вот так, разболтаем. Также... Ну, я на стримах. Во-первых, почему у меня одеты очки? Это поляризованные дешевенькие очки с Алиэкспресса. Я обычно стримлю ночью игры и настраиваю, чтобы хромакей нормально видно было. У меня здесь одна светодиодная лампа и здесь второй светодиодный фонарик. Это для того, чтобы равномерный цвет шел по хромакею. На самом деле, вот если не забуду, я сделаю врезочку сейчас с предыдущим подобием хромакея и стента от Газели. Там был синий цвет. И несмотря на то, что тент был затянут какой-то пленкой и бликовал, почему-то он легче настроился тогда, чем сейчас настроился зеленый фон. Не знаю, в связи с чем это связано. Возможно, неровно, не разглажен материал, из-за этого видно какие-то блики, тени. Так, а давайте посмотрим по веб-камере. Сейчас вот у меня крупное изображение стоит. Как вообще хромакей настраивается? Итак, заходим в фильтры, выбираем здесь хромакей, то есть вот сюда на плюсик нажимаем и выбираем хромакей. У меня он, соответственно, уже выбран. Загорается вот такая табличка. И здесь у меня стоит кастом и подобран ближайший цвет под хромакей. Так, вышел из фильтров. Так, сходство 407, но у вас, соответственно, в зависимости от освещения и цвета фона будет совершенно другая цифра. То есть, если я делаю, допустим, не 407, а 446, соответственно, просадка по цветам идет, даже черные цвета начинают захватывать, видно, да? Если делаем меньше 400 приблизительно,
у нас начинает виднеться фон. То есть вот так это выглядит. Давайте вот так в сторону сделаю, да? А будет лучше видно. А вот он сам хромакей. То есть изначально настройки стоят 0,0, вот так. И вы видите весь свой задний фон. Потом вы начинаете потихонечку подгонять. Оп, как резко. Вот еще 300, еще фон не пропадает. 338, 350, 360, фон начинает исчезать. И дальше уже хуже становится. То есть вот я вот выбрал где-то 307, да. И немножко подогнал гладкость. У меня тут 22 стоит. Опять же видно, да, изменяется совершенно все. Начинает где-то проседать, где-то прозрачным шуметь. И, ну, пускай будет вот так. И то видно, вот здесь в очках идет какой-то отблеск. Так нету, так есть. Довольно, ну, не то, что трудно или затруднительно настроить хромакей. На самом деле, это настройка практически на один раз. Я тоже вот предыдущий хромакей из стенда Газели настроил один раз и больше не мучился. Мне, в принципе, хватало. То есть я запомнил, где у меня лежат какие фонарики, как они светят и как висит сам хромакей. Ну, иногда какие-то помехи, изменения цвета хромакея происходят на стримах, когда играешь, и от монитора резко светлый или, наоборот, темный фон появляется. То есть монитор тоже является своеобразным переменным софтбоксом, то есть в зависимости от изображения на экране хромакей по-разному светится. Это тоже нужно учитывать. Вот сейчас хромакей не получает никакого цвета от монитора. А во время динамичных каких-то сцен или просмотра кино, соответственно, блики идут даже на задний фон, на хромакей. В принципе, здесь по хромакею все, что хотел, уже сказал. Так. Мишки в лесу. Блин, да что мне нравится эта картинка. Также, ну, можно поиграться немножко с одеждой. В предыдущих стримах я использовал красную футболку, потому что она разительно отличалась от темно-синего цвета. Сейчас зеленый цвет хромакея, и на нем черный цвет вполне хорошо отделяется. В предыдущей версии на темно-синем фоне черные футболки немножко начинали тоже шуметь, так скажем, или прозрачными местами становились. Опять же, нужна тонкая настройка. Можно поиграться с головными уборами, вот так попридурять. Это бейсболка дочки, кей-поп культура какая-то там, все дела. Ставь лайк, если шаришь в кей-попе. Можно вот таким амиго быть, мое почтение. В общем, пиши в комментариях слово «стрим», если хочешь, чтобы игровые стримы продолжались на лайв-канале, на основном канале. Возможно, просто диалоговые какие-то стримы можно будет вести. Опять же, о чем-то поболтать, обсудить какие-то проекты, там, жизненные ситуации, я не знаю. У меня бывает охота поболтать, а просто не с кем. Поэтому можно устроить стрим и просто пообщаться. На этом с вами сегодня я прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте писать слово «стрим», если хотите, чтобы стримы продолжились на лайв-канале или на основном канале. Подписывайтесь на канал, жмите этот колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики на канале. Ссылки на лайв-канал, на инстаграм, на группу ВКонтакте, все это есть в описании под любым видеороликом. Как всегда, всем вам всего самого наилучшего и всем пока. Надеюсь, скоро увидимся.